Привет, с вами Аня и Матвей. И сегодня у нас будет слайм-челлендж с хрустящими шариками и с лизуном. Мы будем смешивать хрустящие шарики в лизуне. Да, с лизуном. Да, всем привет, ребятки. Да, все правильно дети сказали, что мы будем сегодня смешивать вот эти пластилиновые шарики с лизуном. У каждого и у детей свой цвет. И мы будем пробовать их смешивать, чтобы у нас получился что? Хрустящий лизун, точнее слайм. Хрустящий слайм, все правильно. Ну что, пробуем? Да. Давай, доставай своего лизуна. Каждый своего лизуна достает. Так, вы можете попробовать их растянуть сейчас. Пузырь надулся. Можете сейчас попробовать их вот так вот потихонечку растянуть. Как они? Ну-ка покажи, как они растягиваются. Можно. Смотри, а маску ты можешь сделать на лицо? Ясно. Мне очень приятно пахнет. Очень приятно. Не очень приятно пахнет? Вот, смотрите. О, у Матвея прям классная маска получилась. Машинным маслом. Всем привет! Так. Бензином. Так, ну что? Это классный слайм, классный лизун, им клево играть, но мы сейчас попробуем сделать из него все-таки что-то еще очень интересное и прикольное. Открываем шариковый пластилин. Так, а можете прям вот так вот его, да, открывай, часть в сторону убирай. Вот эту вот я оставлю. Хорошо, и ты то же самое, Аня, открывай, убирай напополам, давай. Возьмите, я помогу тебе. Положи к себе, у тебя есть. На. Открывай напополам. Нет, ты вот сюда можешь положить. Он слишком липучий. И этот тоже рядом с собой можешь положить. Значит, что мы делаем? Разделите вашего лизуна напополам. У вас есть две крышечки. Где вторая твоя крышечка? Доставай ее. Бери половину лизуна. Я взяла. Да, бери половину лизуна. Так. Отлично. Теперь бери потихоньку отсюда. Добавляй в лизуна и смешивай. Вот. И то же самое делает Матвей, да. Часть лизуна убери. Оставь, пожалуйста, вон там. Ой, смотрите. Да, смешивай его, смешивай. Ну подожди пока, еще бери. Еще бери. Так, еще добавляй, значит, еще добавляй туда. Матвей, Аня уже, смотри, как много добавляет. Давай, ты тоже побольше бери. Что ты, это мало ты что-то берешь. Прям побольше бери. Вот такой приятный на ощупь. Да, ну-ка, можно папе попробовать? Вот туда я залезу, можно? Клейкий какой-то. Ой, смотрите, какой он крапинкой стал. Угу. Ой, да, он клевый. Он клевый, особенно если его много, в руках он... Добавляй его еще туда, на. Вот, да, ты прямо его оттуда вытаскивай и добавляй его туда. Ой, меня унесло. Давай, и вот так вот мни. Смотрите, как его много. У меня лизун даже не получается. Во! Угу, так. Он твердый такой. Теперь вы можете просто-напросто добавить в этот слайм, который у нас получился уже практически. Смотри, можно я его... Вот, смотрите. Вот ой, он хрустит. Да, вот он у нас хрустит. Не подпадают, вот ты, ну ничего страшного, ты можешь добавить туда еще лизуна. Добавь еще лизуна туда внутрь. Ой, не внутрь, да прям весь смешивай, да. Хорошо. И ты то же самое, Матвейка, можешь добавить лизуна. У тебя еще есть половинка лизуна. А этот еще можешь добавить немножко? Угу. Да. Его мешай. Сильнее мешай и больше не добавляй этого. Да, и ты. Больше не добавляйте пластилина вот этого шарикового. Достаточно пока. Ну, показывайте. Мешается? Мешается? Что-то получилось? Смотри, у Ани как классно получилось. Ну-ка, давай. Послушайте, как он хрустит. Ой, так много уже. Клево, он хрустит.
И что, я так понимаю, что у нас получилось то, что мы хотели? Да. Да? Можно папа сделает? Он оранжевым стал. А был розовый. Вот, класс. А у меня был синий, а стал зеленый. Матвейка, ну-ка дай нам твой посмотреть, что у тебя получилось. Да, он у нас хрустит, и теперь у нас не просто лизун, а лизун с хрустящими шариками внутри. Ну-ка на. Правда, шарики остаются на руках. Да, Матвейка, ну-ка дай-ка. У тебя так что-то мало лизуна. Ну ничего страшного, потому что он не весь выложил. Ты не весь выложил, что ли? Покажи. Я не хочу. Не-не-не, я имею в виду лизун у тебя весь ты использовал? Так еще доложи туда. Весь? Да конечно весь, мы потом еще новую возьмем. Давай, добавляй, чтобы он у тебя больше там внутри был. Давай, мешай. Хорошо, я сам. Ой, он клейкий, это простые маленькие. Смотри, Матвейка. Это пенопласт. Его просто покрасили и добавили немножко клея. Вот, смотрите. Ура! Ура! На, можешь сам теперь мешать. Матвейк. Дай. На. О, смотрите. Получилось орешек. Ой, он такой липучий. На. О, смотрите, у меня на руке сколько осталось шариков. Причем они разноцветные. А хотите, можете, знаете, что сделать? Пока. Можете смешать. Можете взять вот этот вот шариковый пластилин и смешать розовый с зеленым. Получится, что у нас получится? Ну-ка. Радуга. Ну, короче, ребят. Аня, у нас получилось то, что мы хотели или нет? Да. Ну-ка, расскажи-ка. Получилось. Скажи, что мы хотим? Получить хрустящий слайм. Куда? Да, пол... и у нас это получилось, да? Я туда положу. А еще он стал очень красивый. Да, он стал красивый. Ну что, на, смешай. Зеленый с розовым. Ой, что-то не то получается. Что закрываем? Нет, зеленый кисель. Смотрите, я весь пенопласте. Ставь лайк! И подписывайтесь на наш канал. Всем пока!